Всем привет! Сегодня мы находимся опять во Вьетнаме. Сейчас сниму цены на фрукты. Какую цену здесь? Манго по 10, маракуйя 15, утром ананас 15. Утром, нам 10. Здесь каждый день, да? Почему-то ананасы нельзя вывозить. Манго такие хорошие. И розовые, и желтые разные. И зеленые есть манго. У нас 30 там. Зато там важно. А бананы в какую цену? 18 килограмм. Ага, 18. Так, все надо. Все надо умножать на 3. У них. Много здесь турагентств, цены в принципе дешевые туры. На острова можно съездить за $25, могут даже еще уступить $2, $23. Потом сниму отдельное видео. Много уличной еды и недорого тут цены. Так, ладно, всем пока.